Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тамара, и вы на канале «Цветы у Тамары». Сегодня я хочу вам показать свои цветочки. Ну, такой вот цветочный микс будет или ассорти. Много разных цветов покажу. Все они разные, относятся к разным семействам. И мне вот захотелось вот так их объединить. Перед вами это амазонская лилия или эухариус. Это растение луковичное. Оно появилось у меня где-то, наверное, год назад с одним листочком. А потом долго это растение у меня адаптировалось, приживалось, отсушивало листы. Но вот сейчас, с приходом весны, пересадила я его, этот цветок, маленький такой горшок маленький, 0,5, наверное, и клубень. Во время посадки не нужно заглублять у эухариуса, оставить примерно на 1/3 части, чтобы клубень не загнивал, или клубню нравится на поверхности быть. А так вот пока растет, но пока растение, я думаю, что маленькое и не цветет. И ни разу у меня это растение пока не цвело, хотя я очень-очень жду цветения этого растения. Но, к сожалению, я думаю, пока рановато. Вот такое вот растение у меня есть еще. Красивые белые цветы, ароматные, относятся к семейству лилейных, вроде бы точно. Не узнавала, не смотрела, я сегодня не готовилась к видео, прямо так спонтанно, думаю, после работы давай-ка сниму видео. Обзор о моих цветках, которые редко участвуют в моих обзорах. Дальше, вот такой цветочек, его, скорее всего, надо полить. Это цинерария комнатная. Цинерария, у него вот такие листы огромные, опушенные, и с нижней стороны такого вот фиолетового цвета. Вырастила я это растение из семян, там было несколько семечек в упаковке. Было два всхода, но вот только остался один всход. И тоже пока не собирает цвести, что-то ему не очень нравится. Мне нужно почитать об уходе этого растения, чтобы как-то простимулировать его цветение. Вот такое вот. Такое вот лопушастое растение. Ну, красивые, красивые цветки. Не знаю даже, какого цвета. Вот тут цинерарии цветки бывают разных-разных цветов. Они как типа ромашки немножко. Но очень-очень красивый. Мне очень нравится. В цветочных магазинах часто встречается это растение. А я решила вырастить из семян. Попробовать. Вырастила, но пока еще далеко, наверное, до цветения. Тоже жду цветения. Дальше у меня вот такие растюшки. Вот это растение было у меня недавно в моем обзоре. Сансевьерия. Ну, может быть, хани, сорт не знаю. Точно сорт не знаю. Так, пересадила недавно. Растение вроде все нормально, прижилось. И выпускает вот новый листочек. Такое вот пузатое растение. Сансевьерия. Очень красивая. Мне нравятся эти суккуленты. Именно сансевьерии мне очень нравятся. Сейчас столько много разновидностей сансевьерии. Охота еще что-нибудь, кого-нибудь заиметь дома. Так, дальше вот это. Это растение у меня появилось в прошлом году осенью. Была маленькая деточка. Но ничего, растет. Дома она выпустила вот этот лист. А так пришла она ко мне с этим листом. Вот такая вот желтая кайма. Очень яркая. Насыщенный желтый цвет.
Красотка. Ну, посадила я их в грунт для суккулентов, для кактусов. Как обычно, смешала немножко торф, добавила немножко перлит, циолит. И таким вот образом посадила не очень большие горшочки. Сансевьери предпочитают горшочки не высокие, но широкие. Но сегодня хочу показать и антуриум. Антуриум свой. Почему? Потому что он у меня выпускает цветонос. Видите, красный носик торчит. И вот я жду, не дождусь, когда же этот цветонос вырастет. Вот в таком горшочке. В основном кора и субстрат обычный для комнатных цветов. С добавлением перлита. И циолита тоже. Давно я не показывала свои адениумы. Очень-очень давно, наверное. Вот сейчас покажу два таких более-менее хороших, которые нарастили каудекс. Недавно я их пересаживала. Вот смотрите, какой красивый будет каудекс у этого адениума. Ну, плохо видно, плохо видно. Так вот, давайте посмотрим. Какой толстенький, плотненький. Вчера я поливала адениумы. Так, не цвели они у меня. Этим сиренцам будет где-то уже год в августе месяце. Но у меня расцвел тоже один сиренец в прошлом году. И больше я цветения от этих цветов, от этих растений не видела. И мне очень интересно, как же они будут цвести, какие у них будут цветочки. Вот, наверное, у этого адениума я все-таки сделаю прививку, попробую. Хотя я ни разу не делала, но надеюсь, у меня получится. Вот красотун пришел. Пришел красотун сюда. Вот такие вот адениумы. Их у меня примерно около 16-17. Я точно не считала, но адениумы, выращенные из семян, полученных с Алиэкспресс, очень-очень маленькие. И они, мне кажется, погибнут. Не смогут вырасти, потому что уже отсушивают свой каудекс. Хотя листочки есть, но они как-то вянут. Каудекс у них увядает. Вот такие вот красавцы. Красавцы. Два красавчика. Дальше все-таки хочу показать свою орхидею «Дикий кот». Ну, она у меня часто мелькает в обзорах. Цветет уже с ноября месяца. Тут вот все цветочки отсушил «Дикий кот». И давай наращивать дальше. Еще наращивает. Тут бутончики. В общем, орхидея «Дикий кот». Очень-очень благодарная орхидея, цветет и цветет, выпускает новый листик, новый свежий листик выпускает, и корни наращивает, но цветоноса пока нет. А получала я эту орхидею в прошлом году осенью, подросток в размере 2,5. Такие вот шикарные. Шикарные цветы. Обалденный. Обалденная расцветка. С ума сойти. Ну вот «Дикий кот» остается одним из моих самых-самых любимых. Сортов. Орхидеи. Фаленопсисов.
Так, вот, друзья, на сегодня у меня будет все. На этой красивой ноте я заканчиваю свой обзор. Быстренько так все показала. Надеюсь, вам понравится. Всем самого хорошего, доброго. До свидания.